Украинские депутаты говорят о военной цензуре. Российские хакеры взломали Техас. А президент Турции встречается с главарем террористов. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Украине хотят запретить Телеграм. О таких мерах говорят народные депутаты. В Телеграме межи, я могу сказать, немає. Вони з'являються тільки, коли ФСБ хоче. Грузия ставит ультиматум или просит о спасении из российских сетей. Ее попытка вступить в Европейский Союз, и что вот-вот это случится, может восприниматься как угроза в России, а реального механизма обеспечения безопасности без членства нет. Президент Украины говорит, что не оставит борьбу в любом случае. Так нам дуже складно, и вы прави. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Не забывайте про кнопку «Супер спасибо», так вы можете поддержать нашу работу. И не забывайте подписываться на канал, это тоже очень важно. Поехали. Украина отступать не собирается, Путин нас боится. Об этом говорит президент Украины в интервью бразильским медиа. Путин сам в себе неуверенный человек. Уверенные люди с большой армией, большое государство с такими недрами, ядерным оружием не угрожает миру, говорит президент Украины. Так нам дуже склад. И вы прави. Вони давлять нас тим, що їм все одно скільки людей загине. Наші моральні цінності для нас важливі. Для нас важливі люди. Ми не можемо кидати мільйон людей на мільйон людей. Ну просто тому, що тоді виникає цей казус. Ви боретесь за права людини. Ви боретесь за життя людей і не бережете життя людей. Розумієте, да? Тому так, у нас є ці складнощі. Для нас люди – це номер один. И тому мы рахуем людей, и для нас дуже важливо. Также Зеленский анонсировал продолжение процесса подписания двухсторонних договоров о безопасности со странами НАТО, что подразумевает процесс вступления в альянс. Украинские депутаты задумываются о введении военной цензуры. Первым под такое ограничение может попасть мессенджер Telegram, который отказывается сотрудничать с украинскими властями. Хочешь жить в оккупации, но с Телеграм, или без оккупации и без Телеграм, спрашивает народный депутат Никита Потураев, глава Комитета Верховной Рады по информационной политике. Якось нація навчилася жити без ВКонтакте, без одноклассников, значит, ничего не осталось. Так вот, проблема ж, ну, перша, що деякі мережі, значит, вони не хочуть комунікувати з нами. Ну, а не вони, тому що вони не хочуть жодних запроваджувати обмежень контентних. Ну, бо якщо там, скажімо, в Ютубі контентні обмеження є, якщо в Фейсбуці обмеження контентні є, а то в, значить, в Ха, колишньому Твіттері, їх вже майже немає. Ну, але певні все ж таки. Але зовсім все змінилося за зміною акціонерів. В Телеграмі обмежень, я можу сказати, немає. Вони з'являються тільки, коли ФСБ хоче. От ФСБ, до ФСБ вони дослухаються. Розговори о блокировці месенджера Телеграм ведуться дуже давно. Дійсно, він не має якоїсь регулювання. В Росії його намагаються закрити з 2018 року. Но также в Украине грозились закрыть и китайскую сеть TikTok. Пока дальше заявлений дело не идет. Российских хакеров обвиняют в атаке на Техас. Точнее, на водоснабжение штата. Хакеры взломали систему удаленного входа и переполнили резервуары в городе Мьюлшу на севере Техаса с населением 5000 человек. Об этом пишет CNN. Эксперты американской компании по кибербезопасности Mandiant считают, что такое вторжение – дело рук хакерской группы Sandworm, которой руководит Главное разведывательное управление РФ. Теперь в США занимаются обновлением систем защиты на подобных объектах, ведь из 150 тысяч таких систем вряд ли кто-то может похвастаться серьезной системой защиты. Грузинская правящая партия под действием протестов обратилась к Евросоюзу и к протестующим против принятия так называемого законопроекта об иноагентах,
Последних предупреждают, что, цитирую, «одна маленькая ошибка, и все будут сурово наказаны», конец цитаты. А Евросоюзу говорят, что могут все легко отменить. Мы не готовы стать членом Евросоюза. Проблем очень много. Когда нам скажут, что завтра вы станете членом ЕС, этот закон можно будет легко изменить. Так что не волнуйтесь, все в порядке. То есть, в принципе, ставят ультиматум, который даже при желании невозможно выполнить. Грузия все больше уходит в сторону российского влияния и отдаляется от возможности стать членом Евросоюза. Действительно, так называемый законопроект об иноагентах может стать причиной того, что Грузия прекратит свой путь в Евросоюз. Об этом мы поговорили с Николаем Капитоненко, экспертом Международного центра перспективных исследований. Шансы на вступление в Европейский Союз становятся ключевым параметром. Одно дело, если они реалистичны, и вот-вот это может случиться, тогда, наверное, есть смысл поставить на членство в Евросоюзе как основной механизм обеспечения национальной безопасности. А другое дело, если это шансы такие же примерно, как у Турции, которая вступает в Европейский Союз несколько десятилетий и ближе к членству не становится. Если же, и вот если второй случай, тогда это может быть даже наоборот дополнительной угрозой для Грузии создает, потому что ее попытка вступить в Европейский Союз и что вот-вот это случится, может восприниматься как угроза в России, а реального механизма обеспечения безопасности без членства нет. И поэтому риски возрастут, а безопасность лучше не станет. Видимо, поэтому они выдвигают предварительные условия, что сначала давайте мы уже сделаем членство в ЕС фактически реальностью, а потом уже мы будем предпринимать шаги, которые могут вызвать негативную реакцию в Москве. То есть это такой прагматичный, не от лучшей жизни подход, где вот и тот, и другой выбор, он связан с рисками, со сложностями. Я так понимаю, что по крайней мере, на протяжении последних нескольких лет, Грузия все-таки в большей мере склоняется к вот этой модели Финляндии, где они пытаются снизить вероятность обострения в отношениях с Россией, учитывая вот эти вот российские интересы в условиях того, что ни членство в НАТО, ни членство в ЕС не является какой-то близкой перспективой. Если оно близкой перспективой станет, о чем они говорят, тогда будет другая ситуация, они, видимо, будут по-другому принимать решения. Но пока исходят из того, что есть. То есть Грузия на самом деле не разворачивается в сторону России, а может быть даже показывает Евросоюзу свою готовность или пытается идти по пути Александра Лукашенко и усидеть сразу на двух стульях. Грузия оказалась после российско-грузинской войны в очень сложной ситуации, и она географически не такая, как Украина. И каким бы ни был сложным путь Украины в ЕС, я думаю, что нам еще долго этого ждать, и когда это случится, трудно сказать. Но путь Грузии еще более сложный и еще более такой туманный. И в этой ситуации они стоят перед стратегическим выбором, перед которым в свое время стояла и Украина. Как лучше всего защитить себя, обеспечить свою безопасность? В частности, имея соседом Россию, с которой непростые отношения. Выбор сводится фактически либо к тому, что Украина пытается реализовать, вступить в какой-то союз, который помог бы сдерживать Россию, найти союзников на двустороннем уровне, на каком угодно, в общем, найти союзников, вместе с ними заниматься коллективным сдерживанием России. Либо же альтернативой этому является что-то типа финляндизации, внешней политики, которую Финляндия проводила после Второй мировой войны, то есть смириться с тем, что Россия имеет свои интересы, и для того, чтобы снизить вероятность повторения какой-то войны и защитить себя, нужно эти интересы учитывать в своей внешней политике. То есть проводить такую политику не то чтобы пророссийскую, но с учетом российских особых интересов в регионе. Я так понимаю, вот эти колебания грузинской внешней политики последние 15 лет с лишним, они вызваны вот этим вот попыткой понять, какая же стратегия сработает лучше. Британский фонд помощи Украине с так называемым низким уровнем бюрократии за полгода работы потратил менее половины выделенных денег. Причиной всему – бюрократия. Об этом пишет The Guardian. Всего освоенных средств британским фондом 404 миллиона фунтов из 900.
Чиновники признали, что по некоторым контрактам оборудование будет доставлено в Украину не раньше весны следующего года. Представители Минобороны объяснили задержки необходимостью оценки числа оборонных компаний, которые участвуют в тендерах. Международный фонд поддержки Украины был создан в августе 2022 года с целью финансирования поставок оборудования Киеву. Президент Турции встретился с главой политбюро «Хамас» Исмаилом Хания. Об этом пишет агентство «Франс Пресс». После переговоров Эрдоган призвал палестинцев объединяться, а представитель «Хамас» якобы предложил перенести официальное представительство организации, а вместе с тем и роль посредника в палестино-израильском конфликте из Катара в Турцию. Жизненно важно, чтобы палестинцы действовали с единством в этом процессе. Самый сильный ответ на Израиль и путь к победе заключается в единстве и честности. Турция является одним из основных партнеров Газы по оказанию гуманитарной помощи. Отправляют они в регион 45 тысяч тонн продуктов и лекарств. А Хамас в большинстве цивилизованных стран мира является террористической организацией. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов, как обычно. Это очень важно, как и кнопочка «Супер спасибо». Так вы можете поддержать нашу работу. Ну и не забывайте подписываться на наши каналы. Ну, у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.